Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Скоро лето, уже запахло весной, и появились мысли, что же нам связать к лету. Тем более от вас был вопрос, будете ли вы планировать какие-то топики, маечки, платья к лету. Мои хорошие, конечно же, буду. Конечно же, я так же, как и вы, думаю, что же мне связать такого красивенького, креативного, не очень сложного к лету. И, мои хорошие, посмотрите, что я откопала. Этот журнал мод запал в мою душу. Номер 627. Две работы мы уже с вами связали из этого журнала. Давайте его полистаем и вспомним, что же мы уже связали. Пальто по идее Светланы Волкодав, которое я назвала «Релакс». Мы не делали еще вот этот декор. И я даже сомневаюсь, делать его или нет. Пока в раздумьях. Я ждала долго пуговицы. Пуговицы не подошли. В общем, пока оставим так, как есть. Может быть, что-то я придумаю с декором и немножечко его доработаем. Дальше листаем. Вот это же пальто в другом цвете. И мы еще вязали из этого журнала мод по любезно предоставленному мастер-классу от Светланы Волкодав. Это джемпер «Мираж». Это вторая работа. Я очень благодарна Свете, что она любезно предоставила свой платный мастер-класс. И мы с вами связали со всеми тонкостями и нюансами этот красивейший джемпер. Там, конечно же, были небольшие мои изменения. Кому интересно, есть все видео на канале по этому джемперу. Да, в принципе, как и по джемперу «Релакс». И вот вчера я думала, что же вам такого красивенького показать, и чтобы это был не просто мастер-класс по ленточному кружеву, а чтобы это сразу было видно, как и куда это кружево можно применить. И вот я и в этом же журнале, это вообще небывалый случай, 627, я нашла вот такой кардиганчик, связанный крючком из ленточного кружева. Конечно же, не обязательно вязать кардиган, жакет. Но я бы не сказала, что это кардиган, хотя здесь написано, по-моему, кардиган. Я бы назвала это жакет. Очень простое, но очень эффектное кружево. Здесь есть схема этого кружева, но я нашла в интернете немножко другую схему и вязала именно по той схеме, которая дана в интернете. Так, давайте я прочитаю, что здесь ленточное кружево таит в себе массу возможностей. Вязание достаточно простое и интересное. Вот то, что оно простое, это точно. Оно позволяет работать с небольшими деталями, которые можно вязать в любых условиях. Соединяя ленты, легко выполняется уже соединение лент легко выполняется уже после практически полного окончания. Ну, с этим бы я поспорила, потому что я бы посоветовала соединять ленты в процессе вязания. Я не понимаю, как это можно потом как-то аккуратно, видимо, сшить. Но я бы советовала вам соединять ленты в процессе вязания. То есть, когда мы свяжем одну ленту, определимся, что мы хотим, вторую полоску ленты нужно уже присоединять к этой в процессе вязания. Ну, это мое мнение.
соединяют ленты с помощью цепочек, воздушных петель и просто сшивают, формируя полностью нужной формы. Честно говоря, я сомневаюсь в этом. Сейчас даже подробно рассмотрю саму картинку, как соединялось здесь. Ну да, здесь я вижу, что соединение происходит именно так, как написано в журнале. Сейчас возьму крючок, чтобы вам показать. То есть вяжутся вот эти ленты, и потом вот она, эта цепочка, которая соединяет ленты. Вот она. Между собой. То есть, когда мы свяжем вот это красивое кружево, вот здесь вот по выпуклым частям будет идти воздушная цепочка, соединяющая наши ленты. Наверное, можно, в принципе, и так делать. А можно соединять в процессе вязания эту ленту. Но об этом мы поговорим позже. А сегодня мы научимся вязать вот это красивое кружево. Причем на картинке вы видите, что здесь кружево связано из толстой пряжи. Я все-таки придерживаюсь к тому, что ленточное кружево – это тоненькая пряжа, такая как денди, как троицкая астра, как филодискозия, как, ну, в общем, тот метраж, который где-то под 500 метров в 100 граммах. Можно и тоньше, работать, конечно, тогда сложнее, но получается красота необыкновенная. А вот когда ниточка толще, получается совсем не то. Это опять мое мнение. И оно может отличаться от вашего. Поэтому смотрите сами, как вы будете, из какой пряжи вы будете вязать. Но то, что это очень просто и очень эффектно, вы сейчас сами в этом убедитесь. Вот эту часть кружева я связала крючком номер 1. И это у меня, скорее всего, пряжа денди. Уже нет, конечно, этикетки, и точно сказать я вам не могу. Сейчас я покажу вам начало вязания, поскольку, чтобы вы все поняли, из вот этой пряжи мадам Трикот. Она тоже очень хорошо подойдет вот под эту модельку. Повторюсь, что не обязательно вязать жилет. Вы можете связать летнюю тунику с рукавами или без. Вот из этого ленточного кружева. Итак, я сейчас вам еще покажу схему этого узора, который приведен в этом журнале. Но повторюсь, что здесь немножко другая схема. Кто хочет, тот может сделать сейчас скриншот экрана. Я сейчас просто вот так вот задержу картинку, и вы посмотрите на то, что представлено в журнале 627. Можете вязать по этой схеме. Я буду показывать несколько другую схему. И ту схему, которую я нашла в интернете, я ее тоже изменила. В чем изменение, пока вот эта схема. Я сейчас вам покажу, и вы выберете тот вариант, который вам нравится больше. Так, куда опять крючок мой девался? Ладно, здесь есть указочка. Значит, смотрите, здесь начинается вязание с цветка. Я начинала вязание уже непосредственно вот с половинки ленточного кружева, то есть вот отсюда. Конечно же, если это у вас начало вязания, ну, как бы вот этого жакетика, то нужно начать вязать с цветка. Если это какие-то полоски, которые идут вверх, и потом идет присоединение, допустим, чтобы сделать вырез горловины вот сбоку со смещением, тогда здесь, скорее всего, будет не цветок. Сейчас посмотрим, что там на картинке. Я, честно говоря,
Вот, давайте рассмотрим. Вот вы видите, что здесь начинается с цветка и пошло вязаться, а здесь уже вот со смещением, с подъемом, то есть вот здесь этого цветка нет. То есть он фигурирует только вот в начале, вернее, внизу нашего жакетика, ну и внизу нашей туники, если это будет туника или платье. Это что касается вот пояснений, как вязала я и как в этой схеме. Что я еще изменила? Все вы видите на картинке, здесь столбик с одним накидом фигурирует. Я начала вязать, вот сейчас приближу, столбиком с одним накидом, и мне не понравилась плотность вот этого цветка, то есть он очень-очень плотный. Я заменила этот столбик с одним накидом столбиком с двумя накидами, и посмотрите, как заиграл узор. Ну, это просто вот, на мой взгляд, небо и земля. Вот вы видите вот этот цветочек, и вот дальше столбики с двумя накидами. Он стал ажурным, воздушным, легким. Здесь очень плотное вязание. Поэтому, опять же, выбор за вами, как вы будете вязать. Я покажу, как это делаю я. Итак, для удобства я положила схему перед вами, чтобы вы хотя бы немножко ориентировались по схеме. Я начинаю вязание с 12 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Замыкаем нашу воздушную цепочку в колечко. И начинаем в наше колечко вязать 30 столбиков с двумя накидами. Для этого делаем 4 воздушные петли подъема. И в наше колечко вяжем еще, получается, 29 столбиков с двумя накидами. То есть первые воздушные петли подъема, их 4, у нас будут служить нам столбиком. И продолжаем вязать в колечко еще 29 столбиков с двумя накидами. В итоге у нас должно получиться 30 столбиков с двумя накидами, учитывая наши петли подъема. Ну, свяжите самостоятельно, чтобы мне не затягивать слишком долго видео. Посчитайте ваши столбики, и в конце у вас в итоге, в конце ряда должно получиться 30 столбиков с двумя накидами. Итак, провязали последний столбик. Теперь нам нужно соединиться в колечко. Ищем вот нашу четвертую петлю подъема и в нее вяжем соединительный столбик. Дальше вяжем воздушную петлю подъема и продолжаем вязать второй ряд. Раз, два, три столбика без накида. И над этим столбиком, над третьим, вяжем пико из 3 воздушных петель. Сделали 3 воздушные петли. Вот так вот под 2 петельки вошли и сделали соединительный столбик. И так вяжем до конца ряда. То есть 3 столбика без накида над каждым столбиком с двумя накидами предыдущего ряда. И над третьим столбиком вяжем пико из 3 воздушных петель. Так двигаемся до конца ряда. Все очень-очень просто. 3 столбика без накида над каждым столбиком. И над третьим столбиком без накида
делаем нашу вот эту пикошку. Так идем до конца ряда. У нас должно получиться в итоге вот таких 10 пико. Значит, вот я сделала 9. Сейчас уберем уже, в принципе, можно обрезать эту ниточку. Начало вязания. Раз, два, три. И здесь делаем пико. Раз, два, три. Наше последнее, 10 пико. Ну и давайте сделаем соединительную петлю. Вот такое колесико у нас получается в конце второго ряда. Мы с вами сделали соединительный столбик 1. Еще нужно сделать соединительный столбик. И теперь делаем 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. И вот по центру между нашими пикошками, там мы помним, что мы вязали 3 столбика с двумя накидами, мы делаем, прикрепляемся столбиком без накида. Опять 4, 5, 6 воздушных петель. И вот сюда, в центр между нашими пико, делаем присоединение столбиком без накида. И так идем до конца ряда, проделывая арочки из 6 воздушных петель. Так, заговорилась. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Выполняем самостоятельно, чтобы мне не затягивать ролик. Хорошенько притягиваем здесь, чтобы было все аккуратно. 3, 4, 5, 6. И идем до конца нашего ряда. Встретимся там уже в конце ряда. Арочки из 6 воздушных петель. Итак, дошли до конца ряда. Теперь соединительный столбик делаем в наш соединительный столбик предыдущего ряда. Делаем петлю подъема и начинаем обвязывать наши вот эти арочки, которые только что мы сделали, 6 столбиками без накида. 3, 4, 5. 6. Если у вас очень тонкие нитки и вы не обвязали вот эту вот арочку, здесь может быть больше столбиков, но чтобы вот эта арочка была полностью заполнена. Поэтому не переживайте, если у вас очень тонкая пряжа и вы сделали 6 столбиков и некрасиво, добавьте столбиков, чтобы заполнить вот эту всю арочку, чтобы она вся была обвязана. Что делаю дальше я? На схеме опять этого нет. Я делаю соединительный столбик обязательно. Это очень важный момент. Это аккуратность вязания, без которой никуда. И вот этот соединительный столбик здесь обязательно нужен. 3, 4, 5, 6. И вот не начинаем обвязывать следующую арочку, пока вот в этот столбик без накида, где мы делали прикреп в предыдущем ряду, делаем соединительный столбик. Только потом начинаем опять обвязывать нашу следующую арочку. Этот соединительный столбик нам дает четкость вязания. Я вам сейчас покажу. Не помню, сколько там, 5-6, неважно. Вот, перетянули. Видите, как красиво у нас вот здесь вот все очень четко получается. Если его не сделать, будет вот такое сплошное кольцо. Нам бы этого не хотелось, потому что мы все-таки вяжем цветочек. Так идем до конца ряда. Итак, я дошла практически до конца ряда. Нам нужно его завершить соединительной петлей. И вот такой цветочек у нас получился. Теперь мы начинаем вязать вот эти половинки цветков, то есть начинаем вязать, собственно говоря, наше ленточное кружево.
Как я это буду делать? Значит, смотрите. Да что ж мне мешается эта ниточка? Я никак ее лень идти за ножницами. Я поднимаюсь. Да, в принципе, можно не подниматься. А зачем нам подниматься? Мы не будем подниматься. А мы просто сделаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Сделаем столбик без накида. Прикрепимся и начинаем вязать наше ленточное кружево. Переворачиваем вязание на обратную сторону. Делаем 4 воздушные петли подъема и вяжем вот в нашу арочку из 6 воздушных петель 15 столбиков с двумя накидами. То есть в итоге у нас получится 16 столбиков, если посчитать, что петли подъема тоже являются столбиком. Так, 3, 4, 5, 6. Восемь, девять, десять. Ух ты ж. Сейчас смотрю в камеру. 10. 11, 12, 3, так что-то напутала, 12, 13. Четырнадцать и 15. Сейчас надо проверить, чтобы у нас все сходилось. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Я считала с воздушными петлями подъема. И вот сюда, прям вот куда приходится у нас, просто присоединяемся, чтобы наше кружево, ну, как бы не телепалось. Соединительным столбиком присоединились, сделали прикреп к нашему цветочку. Теперь делаем разворот. Так, сейчас, чтобы нам... Ну да, вот так поворачиваем. Делаем воздушную петлю подъема и в этот же столбик, здесь немножко по-другому, делаем столбик без накида и еще один столбик без накида и вяжем наше пико. А вот дальше уже пойдет через 3 столбика вяжем, будем вязать пико. Сделали пико, теперь вяжем 3 столбика без накида над каждым столбиком предыдущего ряда и над третьим столбиком делаем наше пико. В принципе, вы это уже можете делать. Когда мы вязали цветочек, мы делали то же самое. Разница только в начале. Мы делаем после второго столбика без накида пико, а дальше после третьего. И так идем до конца нашего ряда. Итак, я дошла до конца ряда. Таких пико у нас должно быть 5. У нас же половинка цветочка, там было 10. А здесь 5.
Вот они остаются, наши два столбика без накида, которые мы должны провязать. И, собственно говоря, ряд закончен. Давайте посмотрим. Вот они, наши два столбика в начале. Пико, 3 столбика пико. И так до конца. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь тоже 2 столбика. И мы завершили этот ряд. Дальше делаем разворот. Вяжем петлю подъема. В этот столбик тоже вяжем столбик без накида. И начинаем провязывать наши арочки из 6 воздушных петель. 4, 5, 6. И делаем прикреп вот в центральный столбик без накида. Тоже цепляемся столбиком без накида. 3, 4, 5, 6. И вот сюда делаем прикреп столбиком без накида. 3, 4, 5, 6 и прикреп столбиком без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и прикреп столбиком без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в последний, вот здесь вот мы начинали столбик без накида. Что ж мне мешает? Сейчас рассмотрю его без камеры. В камеру не вижу. Сейчас попаду, девочки, без камеры. Вот он, этот столбик. И сюда вяжем опять же столбик без накида. Вот у нас получилось вот так. Теперь нам нужно обвязать эти арочки. Поворачиваем вязание, делаем петлю подъема, делаем 6 столбиков без накида под нашу арочку из 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Повторюсь, у вас может быть больше этих столбиков. Главное заполнить арочку, но и не перетягивать ее. Слепая петля или соединительный столбик. И обвязываем вот таким образом все наши арочки. 4, 5, 6. Соединительная петля. Она должна быть, на мой взгляд, обязательно. Ее несложно сделать, но без нее вязание смотрится совершенно по-другому. Так, 5, 6. И вот такие вот узоры, тем более ленточное кружево, достаточно простое, но какое же оно эффектное. Вообще вот эти узоры, веерочки, ну, очень эффектно смотрятся. 5. 6 или 7, не знаю, неважно, там никто не будет считать ваши столбики. Слепая петля. 1, 2, 3. Четыре. Пять. Шесть. И столбик без накида вот в этот наш столбик без накида. Все, мы завершили ряд и связали наш вот этот первый полуцветочек. Теперь мы будем вязать таким же образом вот этот полуцветочек, но не забывайте, когда мы будем вязать следующий, он должен прикрепиться вот сюда, чтобы наше кружево вот здесь вот, вот видите, я забыла сделать прикреп. Вот он виден. И у меня получилась дырка. Вот такого не должно быть. Вот очень хорошо, что я сделала эту ошибку. Показать вам, что здесь нужно было сделать прикреп. Конечно, можно потом аккуратненько ниточкой все это притянуть, чтобы здесь не было вот этой дырки. Но лучше сразу делать этот прикреп. Вот здесь у меня уже дальше, видите, все хорошо. Есть прикреп и вот здесь. Здесь всего 2 прикрепа. И вот здесь. Я думаю, что это понятно.
Ну, давайте еще раз свяжем еще один цветочек. То есть, что мы делаем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И поворачиваемся. Делаем прикреп вот сюда. Мы разворачиваемся. И вязание наше повторяется. То есть 4 воздушные петли подъема, 15 столбиков с двумя накидами. Я делаю с двумя накидами по схеме с одним накидом. Попробуйте и так, и так. Так, перевяжу, что-то я далеко сделала этот столбик. И выберите вариант, который вам нравится больше. Мне вот с двумя столбиками, ну, как всегда, к нам Пуся пришла. Как всегда, Пусечка, ты специально выбираешь такие моменты. Иди, моя хорошая, иди. Сейчас не даст же нам, ну, не даст нам работать. Сейчас я ее немножко, моя ты рыбочка. Поздороваться пришла, да? Поздороваться. А вот посмотрите. Сейчас мы находимся, вот если смотреть на эти два отвязанных образца, мы связали вот этот цветочек. Вот мы сейчас будем вязать по той же, по тому же алгоритму, что я вам показала, еще один такой цветочек. И вот этот цветочек мы никуда не крепим. Мы будем крепить следующий цветочек. То есть вот здесь вот опять сделаем арочку из 6 воздушек. И когда будем вязать вот этот цветочек, нам нужно сделать прикреп. Сейчас скажу. Когда мы будем вязать вот этот ряд. То есть это столбики вот здесь вот. Здесь почему-то один прикреп показан. Здесь должно быть 2 прикрепа. Это ряд столбиков без накида. Даже не знаю, может быть, лучше связать и показать. Ведь начинающие не поймут. Давайте, наверное, все-таки свяжем еще один цветочек самостоятельно. А вот уже следующий цветочек я покажу вам, где же делать этот прикреп. На мой взгляд, и вот сейчас в журнале я вижу ошибку. Здесь показано, что вот это крепится сюда. Здесь не нужно крепить сюда. Но вот посмотрите, как мы могли бы вот здесь прикрепить. И чтобы это у нас получилось. Вот что у нас получилось. Поэтому вот здесь прикрепа не должно быть. Как не должно быть его и вот здесь. Следующий прикреп будет вот в этом цветочке. Вы когда начнете вязать, вы сами уже поймете, вязание вам подскажет, где сделать прикреп. Я сейчас за кадром свяжу вот этот цветочек. Вот он. Вы уже можете это самостоятельно делать. Все по тому же принципу. Да что ж такое, не довязываю ряд. Как мы вязали вот этот цветок. А вот следующий в местах прикрепа я вам все покажу. Итак, мои хорошие, вот самостоятельно я связала еще один цветочек. И в конце ряда, последнего ряда этого цветочка, нам нужно сделать прикреп. Как мы его делаем? Просто вот так вот соединяем. И где у нас получается точка прикрепа, мы делаем слепую петлю. Вот, вот таким образом. И дальше начинаем вязание, у нас повторяется. Опять 6 воздушных петель подъема. Но я даже делаю 7 петель. И вот сюда прикреп столбиком без накида. Поворачиваем вязание. Вяжем наши 4 воздушные петли подъема. И получается 15 столбиков с двумя накидами вот в эту арочку из 6 воздушных петель, 6-7 воздушных петель. И вот в конце ряда
мы сделаем еще один прикреп. Так, сейчас вот довяжу сюда и вам покажу. Вот смотрите, связала я 15 столбиков с двумя накидами, вот то, о чем я говорила. И вам уже вязание показывает, что здесь хорошо бы прикрепиться к предыдущему цветочку. Я уже много раз повторяю, что вязание это не панацея, что нужно еще немножко включать логику, свое мышление и делать так, как вам нравится. Вот мы сделали прикреп и продолжаем вязать наш цветочек. И вот таким образом у нас будет идти ленточное кружево. Вот так. Думаю, что это понятно. Вот здесь вот еще. Да нет, наверное. Может быть, все-таки нужно было вот здесь вот прикрепиться вот этим цветком, чтобы завершить вот здесь вязание. Не знаю. Возможно, нужно было сделать вот так. Скорее всего, мои хорошие, все-таки здесь должен быть прикреп. Но не вот здесь, а вот здесь. То есть от этого цветка. Мы сейчас связали с вами 1, 2, 3 и уже начали вязать вот этот цветок. То есть вот этот цветок должен был прикрепиться вот к этому цветочку. Да. Ну, простите меня за мою оплошность. Я вяжу как бы вместе с вами. Думаю, что вы тоже будете, прежде чем начинать какое-то изделие, там, я не знаю, что это будет, жакет или платье, вы, конечно же, свяжете образец. Поэтому здесь можно прихватить ниточкой, если мы ошиблись. Не нужно все распускать. Просто прихватили ниточкой. И дальше смотрим, где же нам нужно сделать эти прикрепы. Дальше вязание будет, я говорю, вам подсказывать. Вначале еще как бы непонятно, что где цеплять. Ну, а дальше вы разберетесь. Я на это надеюсь, и я в этом уверена. Вот такой сегодняшний мастер-класс. Очень красивый этот жакет. Давайте еще раз на него посмотрим. Прям весна-весна. Кстати, в этом журнале, это прям не журнал, а какая-то находка. Посмотрите, какое красивое кружево. И мне кажется, это отдельно связанные мотивы. Сейчас поближе посмотрю. Возможно, я захочу это вам показать. Пока обещать не буду. Посмотрю, что здесь в журнале. И если мне понравится, но здесь вот круглые мотивы. Вот они. Я обязательно вам это покажу. Ну, а на этом все. Ждем весну, ждем лето. Переходим на летнее вязание. Я вас всех очень люблю. Обнимаю и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.